В яблочко. Утритесь. Какой у меня счет, отец? Скоты выставляют мою дочь умственно отсталой. Да она умнее их всех вместе взятых. Понятно. За счетом никто не следит. Коррекционный класс. Я им покажу коррекционный класс. Если они считают, что я это им просто так оставлю, они очень глубоко заблуждаются. Серег, ну у меня Лиза же психолог. Она говорила, что у нее есть какие-то там тесты, ну, на проверку этого какого. Для мозгов, короче. Интеллект называется. Туч, а ты случайно сам в коррекционном классе не учился? Не обращая внимания на глупые шутки, продолжай серьезный разговор. Серега, короче, давай Лиза моя поработает с Таней. Ну, проведет пару тестов, расскажет, что там к чему. Да зачем эти тесты? Я без тестов знаю, что Таня умная. Подожди, отец. Миша, хорошая идея. Смотри, когда Таня пройдет все эти тесты, в чем я вообще нисколько не сомневаюсь, ты результаты сможешь учителям предъявить. Ну, доказать, что они не правы, наговаривают на нее. И тогда уже абсолютно спокойно на них наехать. Я наеду, я так наеду. Миха, пошли к Лизе. Ну, не хотят в дартс, давай в армрестлинг.